Привет, дорогие друзья, с вами я, Диал777, сейчас обзор, ну, и моей новой модельки, уже без багов, считайте, и там обзор моделизатора, тачек моделизатора, на него ссылку я уже оставлял, еще раз, может, оставлю. Ну, я их просто тут смотрел, забыл, что не знаю, можно ли делать обзор. Поэтому я свою тачку просто отгоню. Так. Так. Я сделал типа Жигули. Вот мой божок. Она в воздухе немного летает. Тут. Вот. Видите. Ну, ничего страшного. Это ладно. По крайней мере, расскажу. Это ВАЗ-2111. Типа десятка в кузове универсала. Вот перед я сделал такой. И вот зад такой. Думаю, вот зад реалистичный. Тут у нас я не ставил никакие стекла. Тут у нас вот это багажник, да? Тут у нас типа задний ряд сидений. Да, вот наклонено. И это типа передний ряд. Это типа торпеды. Сейчас я покажу. Вот. Типа это... кубичная. Я кубиками сделал. Вот. Тут видно. Такая вот моделька. И вот теперь уже без багов. Все теперь правильно. Ну, разве что я ее сделал в блокбенче высоковато. Но нормально. Сейчас я включу третье лицо и продолжим. Так, садимся. Сидим мы также на водительском сидении, а не на пассажирском или где-то там еще. Так, это, ребята, у меня раковина там, если что, на заднем фоне. Так, ну, вот так вот мы сидим. Нормально, звуки есть. Я заменил на полицейскую тачку вместо танка вроде, потому что я переустановил версию этого мода, и там уже танка вроде нет. Да, тут танка нет. Поэтому теперь я на полицейскую тачку заменил. Там не везде покрасил, как видите, вот эти штуки вот сбоку тут синенькие. Но ничего страшного. И из-за этого... Час. Ну ладно. А, вот, слышали? Типа мигалки. Ну, ничего страшного, как по мне, неплохо даже моделька. Она, правда, вот видите, немножко большая, да? Ну как, небольшая, она просто... просто в воздухе. Так бы я стоял... Блин. Где-то так. Давайте я полублок поставлю. Где они? Ну, ставься. Так. Сейчас. Ой-ой-ой. Так. Так. Ну, вот примерно вот так бы мы стояли. Вот, видите. Да, примерно так. Ой. Так, садимся. Ой, едет она медленно. Сейчас что-то лаги. Давайте, не знаю, блоками какими-то обозначим. Допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И давайте, ну, ставься. Ставься. Ну, блин. О, сейчас. О, отлично. Вот такое вот расстояние. И мы сейчас будем его проезжать. Так, вон тот блок. Чтобы вы поняли, как эта машина ездит. Вот так вот не особо, но в принципе неплохо. В принципе неплохо. Не супер медленно. Для Жигулей... Ну, давайте автошколу... Ой. Ой-ой.
Для Жигулей сойдет. Это был... Так, сейчас лаги у меня. Тихо-тихо. Это был вот такой вот обзор ВАЗ-2111. Пишите в комментарии, какую мне следующую модель делать. Пока что я не знаю. Давайте напишите что-то легкое, а то мне сейчас зададите Хуракан делать Ламборгини. Я в жизни не сделаю. Так вот. Пишите, какую мне машину сделать. Только легенькую, там, может, Жигули, может, грузовичок. Честно, не знаю, буду ли я грузовички делать. Никогда еще не пробовал. Ну как, пробовал, но... Да. В общем, это первая моя нормальная, наконец-таки, модель. Пишите, что мне сделать еще. И, да. Так что, давайте, ребята. Если вы хотите, чтобы я сделал еще какую-то модель, давайте наберем под этим видео, во-первых, 3 лайка. В принципе, это для вас не так уж и много. Мы наберем по 5 и по 6. Ну и пишите, какую модель бы сделать. Да. Все, а на этом все. Всем удачи, всем пока-пока.